Так, теперь у нас что там? У нас еще есть в гараж безбашенных можем отправиться. Но я бы сейчас погонял бы, по идее-то. Так, погонял бы. Чтобы погонять, это мне надо куда? Куда-то сюда. Не сюда, не сюда. Вот сюда. Внимание! Спонсорская пыльная 8 открыта! Всеми любимое событие! Хочешь автомобиль покруче? Угу. Тогда спонсорская пыльная 8 — то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама. Все довольны. Если хочешь участвовать, тогда лучше найди себе спонсора. Крутым гонщиком крутые тачки. Ходят слухи, парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там, требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Ищи знак с его лицом. Ясно. Так, тощий. Хочешь глянуть список заездов? Не спать. Не буду. А, ну тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И все-таки я на первом месте. И даже ни одного быстрого предмета не использовал. Так, что там у нас? Давайте что-нибудь урасти купим. Таких запчастей нигде не найдешь. Че ты ищешь? А что у тебя есть? Так. 25, у меня 23. А почему у меня 23? Уж странно. Но я бы вот это вот купил. Или могу спортивную... Так, лучше амортизирует толчки.
Я так понимаю, лучше этой штуки нет. Давай тогда ее купим. Рад был пообщаться. Давай ее купим. Так, нам нужно шоу Убей Мутантус. Но сначала я бы взял бы еще какой-нибудь заданица с доски объявлений. Так, охрана каравана. Украденный товар. Давай, охрана. Мне нужно переправить кое-что на ствол. Самый опасный сразу источник. Мне нужен снайпер, который защитил бы караван. Давай попробуем. Так, конкретно что мне надо сделать? Ага, вот они идут. Понятно. Он еще дергается так. Это вот очень нехорошо, что он дергается. Так, ничего, нормально? Нифига. Ну, с первого раза, я так понимаю, я не пройду это, нифига. Так, и что мы тут? В кого он стреляет? А, блин. Что там есть один, что ли? Да, есть один. Угу. Я так понимаю, их будет три. Волны, да? Или нет? Чё? А чё мы ждём? Ждем. Ах ты сука. Ты еще живой? Ненадолго. И чё? Кого мы там... Ага, поехал. Поехал. Завершено всё-то? И всё-то? И всего-то? Я-то думал. Ну, пойдём ещё посмотрим что-нибудь. Украденный товар. О, давай.
Привет. Отправиться в гараж без башен. Без проблем. Но сначала я бы сходил к этому дядьке. Посмотришь на мои товары? Давай. Поторгуем. Так, у меня $1000. Средняя броня. Так, точность стрельбы даже во время движения. Стреляйте больше, заряжайте меньше. Компенсатор. Так, и это у тебя все, что у тебя есть, да? Печаль, да. Страж-робот. Автоматический легкий пулемет. Я так думаю, вещь. Так, вот давай вот это возьмем. Это, в принципе, нужно нам. Я думаю, броньку тоже. Вот так сделаем. Так, по патрончикам. Так, патрончики. Так, по снопе тоже. И по стальным патронам. Вот так вот. Доброго дня. Как-то так. Можно в караван поиграть. Давайте попробуем. Привет, друг. Вот и чей это мы в караван не играли. Карабан в караван. Это у нас у... А, кстати говоря, вот сюда вот, по-моему, можно ведь залезть. Ну, что-то не позволяет. Попробуем, может, еще раз прокатиться. Давай. Хочешь заработать? Почта для бандитов. Давай. Ладно, что-то вторая... Нужно, наверное, движок помощнее, потому что вторая миссия что-то вообще очень сложно проходится. Просто не хватает времени. Наверное, нужен движок помощнее, чтобы скорости были повыше. Ладно. Я понял вас. Так, что у нас там дальше? Там как бы... Так, спонсор, чудо-средство... Рокот в темноте, украденный... А, вот украденный товар, да. Именно по нему мы идем. Именно на украденный товар мы и идем. Так, еще там есть что-нибудь? А, нету больше. Добрый день. Можно, конечно, попробовать в караван сыграть, но... Нахер это надо. Так, тут вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И мы уже тут. Good? Good. Удачи, друг. Так, ремонт не нужен, убито 5. У меня куча. Собственно. Собственно, поехали. В гараж без башен.
Где там? Что там? Готово. Нормально постреляли. Это не тот случайный кратер, который нам надо было, ну, не знаю, вряд ли. Так, есть смысл, знаете, что заехать, пусть он мне точилу починит. Ремонт 25, цена аж $25. Нет, 20% было урона нанесено. Я ж $25 пришлось отдать. Так, не сюда, я точно знаю, да. Ой. Ой, что-то подлагнуло и... Ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле не очень удобно в плане того, что этот самый... Управление тут настроено так, что А это у нас стрельба, а Ай это, собственно, выход из транспорта. Это путает. Так, ну я, наверное, возьму... Да, у меня дофига вот этих вот потрошек. Я думаю, им понравится. Я тут подыхаю со скуки. Так. Пацаны, пацаны. Здесь все спокойно. Ушки на макушке, парни. Как мне надоела эта работа. Он прямо здесь. Ох ты, ёп. Допрыгался, мальчик-колокольчик. Да. 67% пусто. Он должен... Ему уйти! Отхожу! Иди сюда, уйди! Они мощнее стали. Стопудово. Да, я всех мочу. Давай, высовывайся. Не хочешь? Ну как хочешь, я сейчас сам к тебе приду. Ну, средняя броня, в принципе, выруливает в отдельные моменты. Так, ну я вроде здесь все, как говорится, залутал еще в предыдущий раз. Вряд ли здесь появилось что-то новое. Вот это ты зря.
Я терминатор, ё-моё. Бэктрекинг. Так, ничего в раковину не положили. Есть кто? Да вроде нет никого. Вон там! Я тебя достану! Ты офигел, что ли, совсем? Я ж отсюда пришел, насколько я помню, да? Блять. Эй, вон там! Или нет? Вон там! Печаль беда, печаль беда. Кто-нибудь видит его? Что это было? Выходи, выходи, не стесняйся. Он, наверное, ой, есть немножко. Так, а теперь? Я что-то заблудился совсем. Выходи, выходи, не стесняйся. А, по-моему, сюда. Прячется, как девчонка. Да-да-да, именно сюда. Он, наверное, обосрался. Сейчас я бумажку найду. Норм? Норм. Норм. По-моему, их тут двое было, да? Не помню, чтобы я тут был. Так, этого лутал, этого не лутал. 17 патронов, это всегда хорошо. Тут именно надо, по ходу дела, с автоматом ходить. Здесь патронов для него дают до хрена. Давайте-ка сохранимся. Полезно будет. Я был уверен, что я попал, блин, он живой, и все. Пивную бутылку заберем. А, так это вот и есть оно.
нее выпили весь запас. Ну ладно. Больше тут нет ни хрена. Абсолютно. Возвращаться-то, я думаю, не надо. Да, похоже, надо. Потому что никакого больше выхода нет. Ладно, пойдем. Не, ну вроде там можно было войти, только почему-то дверь не открывается. Я же вроде как заходил-то оттуда. Вот отсюда я заходил, но дверь не открывается. Значит, все-таки придется возвращаться. Это печально. Так, не сюда. Еще вот теперь найди, куда идти. Это называется. Здесь все такое похоже. Банки пивные. Так, чувак, я тебя не лутал, да? Хорошо. Безбашенные. Ё-моё. Так, это вот я возвращаюсь. Так, по-моему, здесь вот где-то должен быть ход какой-то, нет? А, так вот дверь. Ага. Мы такие выше такие. Ничего тут не спрятали. А, ну я здесь уже смотрел. Атмосферненько. Ё-моё, я опять заблудился. Вот сюда мне. Так, тут у них главный гараж, где мы гасили этого придурка. Да, нам сюда. Или сюда. А там что? А, тут была нычка у них. Латненько. Так, отправиться на запад. У меня, по-моему, больше никаких нет, да? Так, выйди. Я говорю, выйди. Не хочет выходить. Вышел. Так, интересно, так, чудо-средство. Кратер. Наверное, надо спонсора. Да, по сюжету пойдем. Награды с Али, кстати говоря, тоже есть. Но это надо возвращаться в источник. А что-то как-то не хочется. Так, это я сейчас иду вот по спонсору, да? Угу. Вроде по патронам у меня все должно быть хорошо. Уровень 3. Где? А, вон они едут. Едут, едут. Отсюда.
Ой, пулеметных патронов мало осталось. Жаль. Кончились боеприпасы. Тогда тараном. Ах ты, тварь такая, уехал. Так, где еще один? А, вон он. Ух ты, заслужил. Так он сам там был. Блин. Сейчас вот придется закупаться. Тратиться на ремонт. Выход из области. Он же сам вышел из области-то. Так, 37. Ну ладно, это не так. Так, пойдем купим себе пушечки. Патрончиков для пушечки. Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Давай, давай. Что нужно, парень? Так, мне знаешь, что нужно? Мне вот это вот нужно. Много. Так, 800 на 800. Ага, 1000. Ну, пусть будет 1000. Чё, жалко, что ли? Так. Этого у меня навалом. Так, этого у меня тоже навалом. Вот это и можно купить. Ну и, в принципе, хватит пока. Давай что-нибудь продадим. Так, у меня есть вот такое вот боеприпасы, толстячки. Может, продать их к чертовой бабушке? А может, пригодятся? Ладно, пока мне не буду. Мне нравится иметь с тобой дело. Угу. Пока у меня все хорошо. Ой, бывает. Так, так, так. А вот он. А вот ты, сука, такая, да? Ну-ка, иди сюда, сказал. Сюда. Допустим.